И вновь доброго времени суток, в эфире канал No Comments Paradox, и сейчас я включу захват звука в компьютере. Ага. Вот так вот это делается. И вот так вот. Фоновый шум. Ага. В общем-то, что я решила поиграть в Seven Days to Die? Почему в названии указана 15-я версия? Потому что я нашла, как это менять. Наконец-то. Сейчас все покажу. Ну, точнее, игру. Как все. А! Теперь, пожалуйста, верни обратно. Алло. Вот, кстати. Я включила просто, чтобы прогружалось, так сказать. Что то, что прогружается, отнимает вечно FPS. А на время, пока я тут замыкаю, я решила включить я решила типа паузу. Но наверное, мало кто в курсе. Но раньше, когда создаешь мультиплеерный сервер, тут пауза не работает. Вообще. Кого ударило? Меня? Я, короче, решила, пока не уверена, что тут зомби реально нет, потому что я их типа отключила, но типа это не факт. Вообще ни разу, что их здесь и нет. То есть, я решила пока... Пока что поставить на типа паузу и заодно влезть в дом. Чтобы не повадно было, если вдруг зомби появятся и кокнут меня. Кстати, замечу кое-что. Что было убрано... В последующих альфах. Точнее, по крайней мере, в 18-й этого не было. Вот это вот границы вот этой вот. То есть, да, я, помнится, раньше просто видела, что граница значит все. А в 18-х альфах, в 18-й альфе происходит такая лажа под названием... Ты просто вылетаешь за пределы территории на радиоактивную зону. И хрен ты, что можешь с этим поделать, кроме как попытаться вернуться раньше, чем у тебя закончится здоровье. Ебануться. Я думала, это кабан. Такой страшный звук сейчас был. Это там что-то наверху. Панельки, наверное. Наверное, я не уверен, то бишь. Ага, это вот в заданьках. Стони Ахи. То есть это реально альфа 15.2. Я реально переставила это. Я просто думала, что фиг мне дадут поиграть в другую версию игры без кода тестировщика. Вот как я думала. Теперь нам снова нужно много дерева. Потому что, как вы можете видеть, я не включала чит-меню. Кстати, насчет чит-меню. Насчет читерства в целом. Сейчас я включу. Developer mode. Мод разработчика. Сначала на English переключи. И покажу, как это выглядит. Вот, есть сейвинг, есть всякие активы, есть время. Можно, кстати, переключить на самое начало, раз уж я такая умная. Типа, я просто заранее включила карту, чтобы она прогружалась, но про то, что паузы нет, я забыла.
в мультиплеерном моде. Да. Короче, тут нет полетов. Это, скорее всего, добавили уже в 16-й альфе, как минимум. А то и в 17-й. Я не знаю, что тут есть по читам. По чит-меню. Конкретно вот чит-меню. CM. А, ладно, потом. Давай-ка вырубим, чтобы ачивменты зарабатывались. Я, значит, ночью, пока мне было нефиг делать, создала еще одну похожую карту на вот эту вот. И там реально не было зомби. По крайней мере, те пару игровых часов, что я играла. В реальности это было, наверное, где-то с полчаса. Чисто зашла, пособирала и ушла. Как бы. Карта примерно такая же, только домик другой. Тут мне целый особняк выделили. Ой, сложно будет его защищать, чую я. Одним местом. Носом дубишь. Сейчас я... Дотукаю! Вот. Нам больше семена не даются, да? Что-то такое. Блю... Супризисит. Блю-супризисит. А ну-ка, давай мы поставим с тобой топоры. На разработку. Нам камень нужно долбать, да? Ок. Дерево, камень, трава. Дерево, камень, трава. И будет все зашиба. То. Глазпани. Ну, глазпани так глазпани. Что я могу сделать с глазпани? Мы можем еще понакрафтить вот этого вот скреп. Вот, это теперь так работает, как было раньше. То есть то, что было раньше, сейчас работает. То есть мы можем не задалбываться с улучшениями себя, улучшая при этом качество предметов, просто делая их много. Понятно, да? Задолбаемся мы железо искать в этой. Просто в 18-й сделали одну удобную вещь. Сделали одну неудобную и одну удобную. Одна удобная это под названием... скажем так, всему своя текстурка. Четко отличающаяся. Да, то есть... Вот, к примеру, такой же вот камушек, только своей текстурки, лежит на шахте, точнее, над небольшой жилкой, с таким же ресурсом. Да? То есть, если это там... Нечто, из чего потом масло делается, то бишь бензин. Или, например... Железная руда. Для пулек эти руды всякие. Угольные шахты. То есть все они отмечаются какими-то камушками и прочим таким вот. Со своей персональной текстуркой. Четко различимой. То есть... Это было удобно. То есть это наверняка и сейчас удобно. Просто сейчас-то я в 15-ю альфу играю. Вижу я гнездо. Просто вот захотелось поиграть вот так вот ностальгически.
что здесь реально как-то по-иному все. Все по-иному происходит. Ах, какая ностальгия. Ах, были времена. Скряп. Я так буду весь день задолбываться. Это мы тут надолго. А, ладно. В принципе, и так нормально. Давай самый такой серьезный. Тут больше нет кнопки S, типа скрапать. Вот такое вот. То есть в 18-й альфе это было. В 17-й альфе это было. А в 15-й альфе этого не было. Вывод. Либо это добавили прям конкретно в 17-ю альфу. Быстрые кнопки команды. Либо. Это добавили еще в 16-й альфе. Ну ничего, ничего. Мы это будем еще смотреть. Все-все. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Также интересно, куда в этой альфе падают посылки. А, я скучаю. Полетали. По летаниям вот этим всем. По воздуху. Тут единственное, что я смогла себе упростить, это... выключить зомби нахрен. Собственно, это единственное, что можно... упростить. Кирпич. Я буду этот дом ремонтировать до Ишачьей Пасхи. Ну, тот, в который я забралась уже и типа освоилась. Камень, не снег. Тут еще и землю пробыть, да... та еще проблемка, да? Делаются они дольше. Наш скилл создания предметов крафтовых таких вот повысился до 2-го уровня. Эй, камень отдай. Злой куст. Плохой куст. Слушайте, мне бы к дому, а? Тоже потеряюсь же, шашиш. Халявная древесина. Вот чем являются кустики. Беги себе, кустики собирай. И деревья рубить не надо. И дерево целое, и мы при дереве. Эмпти. Это тоже наверняка эмпти. Камень. Камень. Одежку-то надо бы создать. Скреп. Кнопка R все еще работает. Это хорошо.
Ну, хоть приберемся, ну. Чем мы как свинтусы. С разбитыми бутылками живем. Вот он, холодильник работает. Пустой, правда, в холостую работает, но работает. Тут, походу, больше нету верхних ящичков. И вообще ящиков больше нет. А нет, есть. Банка с хавчиком. Вот серьезно. Что лучше разламывать? Вот эту вот 1000 или вот эти вот 200? Какой дурак станет ломать 1000 с моим-то уровнем? Я лучше эти 300 поломаю. Ага. То есть можно было не ломать. Тут еще и трава берется за это. Тогда нам очень нужна трава. В смысле? Каблестони фрейм. А чем оно качается? Каблестоном. Логично, в принципе. А в вудфрейме можно мне, пожалуйста? Ладно. Давай-ка. Ракернем. Будем адекватным образом все чинить. Не, вы думаете, что я буду без зомби всегда играть? Нифига. Я попозже их включу. Когда у меня будет оборона дома нормальная. Нет, тут нет нифига. Ах ты ж, я перномаразм. Да, мы тут будем очень долго страдать, пацанва. Очень-очень долго. Это гарантирую. А тут что-нибудь есть? Просто я разбиваю блоки рядом с этими нычками железными. Чтобы проверить, есть там что, нет, что. А, нет, там ничего. Нифига себе, у вас тут особняк, пацаны. Сортир. В сортире водичка. О, а тут уже что-то есть. Так, это мне топорчик скрафти. И бодрольчик. Бодрольчик и топорчик. Он съела. Это хорошо. От починки оно не ломается. Это уже приятно. Угу. Как успехи? Кто ничего не слышал? Я очень надеюсь, что мне показалось.
Ладно, это ветер воет. Раньше, блин, такая стрёмная игрушка, а? Была. Сейчас она как-то полегче, что ли, воспринимается. Она не такая страшная стала, согласитесь. А раньше прям до усрачки сидишь и борешься с собой. Блин, какие стрёмные звуки. Ну игра же, просто игра. Зомби же не страшные. А вдруг придут и укусят за попу? Казалось бы, что страшно. А тут хренакс. И звуки стрёмные пошли. Жесть. Сколько у меня дерева? Мало. С этим я дом-то не починю. В смысле? В смысле? Ты ж только что была открыта. Типа... захлопнулась, что ли? В смысле? В смысле? Ладно. Ладно, прохладно, шоколадно. Хрен с вами. Что? А-а-а, ты теперь так работает, да? Типа на кью выбрасывать. Наружные доски не качаются, да? Ой, чую я, жестокий нас ждет мир. Ладно, асфальт мы еще успеем на кирпичики разобрать. Ага, фиг вам называется. Ой, старая добрая система. Обожаю. А это со скрабой. Хорошо. Пошли. Обосноваться надо. Отлично. Давай мы это сломаем. Типа, зачем нам двойная дверь, правда? Это я просто перепутала. По-быстренькому, что было, я зашла в какую-то одну дверь. Но какую я, естественно, не запомнила, потому что не заметила, что их тут вообще две. Ага. Пошли. Ах, второй этаж с балкончиком. Обожаю это.
Можем на крышу вылезти. И старый добрый глазик с нами. Нас не видно никому. Кстати, а что там такое? Пок. Поник. Хрена себе новость. Ладно, это надо починить. Зачем дырка в крыше? Нам дырка в крыше ни к чему. Ладно, это непрозрачное, хорошо. Но есть же прозрачные. Курица! Видали? Пришла и убежала. Тут же. Курица такая, коричневая. Куда-то сюда побежала. Басрац. Куры здесь наглые, капец. Мы ничего не сломали, это радует. Где-то я здесь дом видела. Никого. О! Да, старые добрые деревья с находками. Обожаю. Я без кирки не хочу это ломать. Идите нафиг. Чего-нибудь поближе к дому не могла найти, чтобы долбить молоточком? Типа, с одной стороны, сейчас самое то время, чтобы бродить по округе. Местность изучать, все дела. Пошли. Зомби нет? Вот хорошо. Пошли. Чуть темно-то так. Хорошо, у нас есть полноценные хоромы на втором этаже. Здесь выход на крышу есть. У нас все зашибись. Сейчас мы немножко бардак приберем. Все будет совсем отлично. Конструктион навык. Навык конструкции. Так, сели ровно. Пошли дальше. Эй. Фига ты дерево расходуешь на починку. Теперь понятно, почему раньше существовал день сбора дерева и прочее. Что это было? Все
Те же лаги в полдень. Звуковые. Здрасте. Бумага. Блин, я все время забываю, зачем буду вообще наверх. Я все время забываю, что я хочу здесь поставить бедролл. И создать пару сундуков. Делай. Хорошо. Очень хорошо. Ой, что ты делаешь? Перестань так делать. Паутинка. Мы разломали паутинку. Хорошо. Какой отличный депрессивный вид на покинутую зону. В этой альфе они ставятся. Нет, не только на пол, прикинь. Ладно. Хорошо. Так, давай-ка всякое такое. Давай сначала все поскладываем, а потом уже будем думать. Что в этой эльфе нужно для факелов? Перьев до жопы. Так, трава нужна. И еще что нам нужно? Камень. Хм. Факела-ла-ла-ла. Все еще жир нужен, да? Где я, по-твоему, достану? Игра, не издевайся. А. Типа даже и светлее стало, наверное. Форги. О, да, я помню эту муку. Угу. То есть в этой эльфе краски нету, да? Так, ну хорошо. Вот теперь совсем замечательно. У нас тут, короче, целый домище. И это восхитительная новость. Хорошо, мы опустошили свой инвентарь, насколько было необходимо. Угу. Давай-ка делай. Фух. Пошли рубить деревья. Солнце все это пропадет за милую душу. Все эти наши запасы топоров.
Ой, что ж ты так шумишь-то? По снежку пробежимся. Все будет нормально. Давай переместим вот эти вот два показателя вниз. Чтобы мы видели, сколько чего мы делаем. Сколько мы собираем. Сколько у нас есть всего. Этого прекрасного ресурса, который улетает просто как горячие пирожки. В непонятную сторону. Ну как не в непонятную? В понятную. В прокачку. Что там за холмом? Сейчас бегаю, посмотрю. Хотя бегать по горам без малейшего понятия, как скрафтить шину. Конечно. Не самая гениальная мысль. А, пусть растет. Так и уснуть недолго. Конец-то был. Камень. Ох, камень, задолбами. Энергии нет. Аки-ниндзя, мы мчимся по горам. Ни хрена себе. Там пюре. У кого-то сегодня будет лук. Наверное, у меня. Я газонокосилкой устроилась работать. Пок. Все, я соберу. Олень! Кажется, это то самое время для лука и стрел. Олень! Привет! Как твои дела? Нормально, да? Нет, я не смогу из лука его убить. Отщупай, столет!
Хочу пистолет. Пистолет дайте. А лучше магнум. Так, а теперь пули. Фу. А, это другие пульки к ним нужны. Давай обменяем. Олень ушел. Интересно, далеко. Олень? Олень. 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 Ку-ку. Конь, конь. Пособирать камушки, что святое дело. Олень. Молодец. Чего ж теперь? Вставай. Спугнул ты, небось, олень своего. Глупышка. Ты же забыла, да, что у тебя в руке пистолет, а не молоточек. Правда? Убежал твой олень. Далеко причем. Да надолго. Хотя куда он? Куда он на самом деле делся? Мы знать не можем. Олень. Кысь, кысь, кысь. Олень. Я его не слышу. Олень. Ой, да иди ты в зы. Нате в попу. Два оленя. И вон там свинья. Попробуем в свинью попасть. Прицел можно? Дай мне снайперку. Хотеть снайперку. Куда свинья делась? Ебануться. Нормально, да? Взяла свинья, пропала. Ладно. Возьмем нож. Ой, не доположь. Пошли разбирать свинью. Что? Я могу на это сказать. Она где-то там была, да? Кровать отметилась? Да, отметилась. Свинка! Свинка! Ты же не исчезла! Правда? Свинка! Ну, свинка. Свинка? I found you. Свинка, стой. Свинка, свинка, у нас будет сало. А сало это свечи, а свечи это свет. Ла-ла-ла-ла-ла. Да заебись. И теперь пахнет. Мы теперь пахнем. Ла-ла-ла-ла-ла. Мед дай. Свининка, запеченная с медом. Ох ты! С кровью. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Продолжаем мы охоту.
Раньше же хрен поймаешь все это зверье. В более новых альфах. Тут-то их зафига сколько. Кару уже сначала найди, ага. Где олени все? Я их распугала? Правда, что ли? Какая-то сегодня непруха. Курица! Курица. Курица. Я тебя видела. Только не говори мне, что как в Don't Strive Together пропадаешь в кустах, как индейка-то. Только не говори мне этого. Курица. О, там что-то было? Вот это камень. Хорошо. Ну, в принципе, я не удивлена, что здесь есть курицы. Кто-то же должен класть перья в гнезда и яйца туда же. Таким страшным звуком навыки повышаются. Пошли отсюда нафиг. Олени! Есть олени? Нет оленей. Какая жалость. Ну хорошо. Съесть молоточек. У нас есть средства самообороны. Мы можем выключать эту штуку. Дерево. Где я по карте-то? Ясно. Там, где мне быть не надо. Возле края. Мы ходим по лезвию ножа. И от нас пахнет мясом. От зомби были бы счастливы, правда? Можно мне нормальный топор, пожалуйста? Нет, нельзя. Свежий воздух. Красота. А реально стал меньше инвентарь-то? То есть я имею в виду, что в более новых альфах инвентарь больше у игрока. Ну давай, ну убей. Ну из последних сил. Ну еще чуть-чуть. Ну почти, ну почти. Давай. Все. Мы добили это. О! Какие полезные здесь деревья, однако.
Дай мне Зоне. Там где-то еще свинку видела. Ням-ням. Что? Отдай. Отдай. Это скрабы. Это поставь, это положи. Это не трогай, то не бери. В принципе, на первую ночь развлекаловки нам вроде бы достаточно дерева. Я не хочу за перевал уходить. Я лучше еще деревья подолблю здесь. Дерево! Многие полезные деревья. Нет, я маленькие не буду трогать. Че я маленькое дерево буду трогать, правильно? Оно же ничего плохого не сделало. Казалось. Вдруг тут еще волки есть. Хотя нет, насколько я помню, волки это уже добавление 17-й альфы. До нее такого не было. Единственными опасными животными были свинки. И то, если побить их с близкого расстояния. Вот так вот. У меня больше нету флайнг мода. Я больше не смогу лететь в далекие края. А может быть тут джетпак есть? Надо будет посмотреть. Стукай. Стукай дерево. Стукай дерево бодрее. Мой тебе совет. Из камней не падай тоже. Будь любезен, друг мой. А кто же персонаж-то хоть выглядит? Да, настройки остались. Кстати, да. Кстати, надо бы ей шмота скрафтить. Шмотки. Анималхиди. Мы можем кожаные ботинки состряпать. Олег Клоч. Шурт, худ. Литхер. У нас есть кожа. Но это надо знать. Это надо уметь, короче. Фияр. Фияр. Шуис Гловис. Шуис Гловис. Шуис. А я не могу найти. А, вот. Так. Гловис. Крафти. VR. Бутсы. Хэт-арма. А можно мне футболку сделать себе? Вот. Как он теперь выглядит? Сногсшибательно. Are you carrying something smell? Вы несете что-то, что пахнет. И это привлекает зомби. Поместите это в контейнер. Говорит не игра. Нужно мне большое дерево. Дерево. Смотри-ка. Олень! Пока! Пошли уже домой, ладно, ладно.
Хорошо. Мне что, опять разные типы мяса? Нет, вроде... Рутинг флэш. Раф мид. А, то есть только верхняя часть является чем-то съедобным. Нижняя уже типа гнилью. Но обосраться. Я поставлю себе рефрижератор. Идите в пень, пожалуйста. Рефрижератор. Отрад за глаз моих. Рефрижератор. Ой, ну хорошо кушай, господи. Голодная, блин. Из Джерси. Все, ты довольная собой. Ну, немножечко поела. Я бы не сказала, что она прям довольная. F. C. M. Та-да-да-дам! Прям игра так радуется за нас просто. Ага. Понятно. Какая-то обгоревшая дача, что ли. А не дом. Что-то как-то все грустно. Типа, не могу я жить в таких условиях. Когда все темно, грустно и вызывает у меня клаустрофобию. Сколько тебе нужно пить? Скажи, пожалуйста. Муркиватор. Вер планш... Хорошо, хорошо, давай. Давай. Шмот. Плантшуй. Плантфибер. 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 Гловис. Шуя. Хорошо. Ладно, я пока сюда залезу. Холодильник можно? Брас. Но это не то. Господи, она опять голодная. Сколько можно? Ненасыщающийся персонаж. Ура! Wooden Speak'и тоже появились в этой альфе. Ура! Они тут еще не исчезли. 17 или 18 их убрали, помнится. Ура! Так. Это холодильник можно мне? Вот. Во. Вот теперь все нормально. Хорошо. Помнится, мне все это
не работает без нижней части. Та-та-та. Сейчас я занавесочку разрушу. На. Хорошо. Крафт Вудин Клаб. Фригри Ботом. Так, давай костер делать. Ладно, Вудин Клаб, так Вудин Клаб. Задолбали. Хорошо. Крафт Wooden Bow. Хорошо. Крафт Arrow. Ладно. Все? Ты доволен теперь. Вот фреймы 3. Place wood frame. Upgrade wood frame. Хорошо. Да я сначала вот это раздолбаю. Мне окно тут немножечко ни к чему. Я так подумала. И поняла это. Хорошо. Так. Давай потом. Каблестони фрейма. Вот фреймы, говорю. Не слушаешь вообще? Каблестони. Вот. Так, а что происходит? Ладно, ладно, пошли, я тебе еще покормлю. На, кушай. Кушай баночку. Скреп. Так, ну ладно. Допустим. Сколько ты можешь есть? Вот. Делай. Все? Ты счастлив? Мистер обучалка. Хорошо.
Хорошо. Что-нибудь есть по электронике, ребят? У вас есть что-нибудь по электронике? Так. Сколько ты можешь есть, а? Скажи. Сколько вот ты можешь есть? Space bedroom. Все? Хорошо, давай сейчас крафтим бедром. Еще один. Где? Крафти. Просто хочу дождаться того, когда, момента, когда он мне скажет. А давай-ка ты... Давай-ка ты, дорогуша, сделаешь костер. Ну, вот, наконец-то. Какие-то моменты ждала прям. Прям ждала. А, ладно, в принципе, чем мне терять. Ох, что тут надо сделать, чтобы мясо поесть? Воду для начала. Кушай! Жри консерву для собак. Раз ты такая привередливая. Поела! Потерпишь еще 5 минут. Спасибо. Не люблю таких истеричных женщин. Будь мужиком, терпи. В апокалипсисе не такое, блин. Придется потерпеть. Хоть немножечко уюту. Хорошо, давай продолжим разговор. Стой. Хорошо. Так. А что нужно сделать для воды? Бутилит муркиватор. А это что? Бутилит муркиватор. Ресепсы. Че, нельзя? Нам жарко у костра. Ты смотри. Где-то тут был cooking pot.
Оф. Нифига ты быстро прогораешь. Просто ни хрена себе. Вы видали? Пиуфую. Посрас. Что я, походу, так и не найду здесь. Ничего по... Мы сначала в вещах проверим. Форточку закрыли, сразу стало жарко, да? Я тебя понимаю. Тебе, наверное, очень жарко будет скоро. Что-нибудь из этого. Похоже на ту штуку для проводки. Наверное, нет. Все. Оно село. Понимаете ли? Села и люли надела. Че я несу? Говорю, надеть бы чему-нибудь посолиднее. Что-нибудь типа. Ты стебешься там? Юзай. Пей. Ты довольна, да? Я тебя поздравляю. Фига ты быстро жрёшь топливо теперь. Вроде хватает. Ты чувствуешь тепло возле огня. Еще нужно для свечек-то? Свечки. Кандлия. Жирок и травка. Травка и жирок. Долго делать травку. Темно-то уже. Она сама все окна позаколачивала. Теперь, понимаете ли, темно. Хорошо. Вот здесь вот я расположу воду. Вода, блоки, стони, дирт, железо. А вода-то где? Да ладно. Нет воды? Лид. В. Вотер. Глаз джар.
Остальное там в зале повешу. Типа здесь мне вроде достаточно пока света. Типа тут реально темно. Как-то. Как-то реально темно слишком. Темно и жутко. Еще бы пару свечек не повредило. Хорошо. Хорошо, еще лучше. На всякий случай разломать все здесь. На всякий крайний. Типа, кому здесь нужна без зомби, правда? С одной стороны. А с другой-то стороны. Она есть хочет. Опять. Она хочет есть. Locate trader. А где трейдер? Там. Далеко, наверное. Раз даже расстояние не показывается. Времечко-то идет. Времечко-то тики-таки. В принципе, уже сейчас я могу особо не опасаться. Он теперь через каждые 2% будет бурчать тут. От голода. Можно мне в опшенсах подальше расстояние выбрать? Controls? Не. Видео. А где? Ладно, допустим, так. Пока что. Хорошо. Мясо почему ты не можешь приготовить? Объясни, пожалуйста. Фуел. Фуел. Да ты офуел просто. Топливо так жрать. Как ненормальный. Хуел ему подавай. В таких страшных количествах. А печка это
Это Беловс. А Беловс это... Беловс. Дерево шкура, дерево кожа. Труба. 20 дэ. Ла. Кожа. Not have recipe. О, Лиатхер. Лиатхер. Может, сразу печь возьмем, а? Больно неохота заморачиваться. Типа, я рада поиграть. Ох. Все ради банок. Печь. Ты мне дай, пожалуйста, печку. Ха. Не говори вообще все. Он все сожрал, да? Судя по тишине. Печка. Печка убийца. Нужно мне теперь закинуть туда какого-нибудь стекла. Прочего говна. На. Держи. Кушай. О. Банки. Банку. Клай. А землю-то мы и не копали сегодня. Слушай, хватит жрать топливо в таких безумных масштабах. Перестань это делать. Мы очень хотим кушать. Очень-очень. Кушай. Жри. Грызи так, как никогда не грызла. Господи, вечно голодное создание. Мы нажарили мясо. Мясо это хорошо. У нас есть вода. У нас нет воды. Ватер. Ватер, ватер, ватер. Ватер скурсис. Скурсис это то, что мне надо, наверное, да? Да, скурсис это вода. Именно то, что я ищу для моего источника живительной влаги. Это же ж без воды. Мне придется таскаться хрен пойми куда. Меня это вообще не устраивает.
Ага, банку возьми. Банку налей. Хорошо. Да, тебе жарко. Две печки работают еще. Кандле белый. Пожитков-то у меня раз-два, я обчелся. Однако же. Она опять хочет пить, господи, за что? Пей! Пей! Сколько ты можешь пить, скажи, пожалуйста. Переставай пить! В таких нереальных количествах. Ну, обалдеть. Магические вещи. Все равно темно, как в же. Кстати, да. Надо заделать. То вырится. Так, ну хорошо. Что я хотела сделать? Санд нужен. Песок. Песок. А, ладно, пусть будет так. Я до пустыни еще крайне не скоро доберусь. Глина нужна. Клай. Клай, который клай. Мне неохота, честно, заморачиваться со всеми этими копаниями. Серьезно. А это не оно? Клай. Лумпу в клай.
Типа, это как-то отличается? На. Ага. Вот так работает, да? А просто клай можно? А, это так и работает, господи. Я уж испугалась. Банки мне давай. Пойду крушить, кромсать. Тут вон. И любопытнейшую конструкцию. Вроде текстурка дерева, да? Там за этой штукой. Это ж темно, не видно ни хрена. Нет, это нельзя. Берем топор номер два. Хорошо. Пойдем. Банки. А больше мы банок не можем сделать, да? У нас нету стекла. А раньше же можно было из этого. Из Broken Glass. Вот, точнее, из этого. Более поздних, наверное, версиях это будет, да? Глаз. Ладно. Пока думай, думай. Я вот. Подумаю еще о чем-нибудь. О, банки. Вас-то я и искала, родимые. Вот.
Вот так вот. Сколько ему понадобится времени на вот это вот все? Да, понятно. Дерево. Дерево, дерево. Не хочу просто заморачиваться и бежать на улицу рубить деревья. Это все так долго вечно. Типа в зимней зоне вообще ни разу не холодно, да? Хотите вы мне сказать? А у костра пипец как жарко, в принципе. Ну, я погляжу на тебя. Когда ты... оказываешься... на морозе. Что я хотел сделать? Я хотел древесину достать. Вуди. А вот эти вот плавничатые штучки можно мне? Во. То, что надо. Фух. Да. Кушай. Печка. В смысле у нас перегрев? То, что у тебя дыра на улицу, форточка открыта, это нормально, да? А возле костра тебе жарко, да? Ну-ну, я на себя погляжу. Реально краски нет. Пейнтов нету. Красочки нету. Так. Сюрвайвер, арчили, крафтинги. А это как? 10 пунктов. Хорошо. Фиксер. Ага.
Для всего этого нужно много-много очков. Я поняла. Ясно. Даже вроде полегче стало бегать, прыгать. Че нам так жарко-то? Чего вот нам так жарко, а? Скажи, пожалуйста. Давай снимем шапку, снимем перчатки. Все вот лишнее поснимаем. А, домашним останемся. Смотреть, как это выглядит. Хорошо, делай. И больше банок. Нам нужна вода. Хорошо. У нас теперь есть безлимитная водичка. И нам не надо платить по счетам. При этом. Кандали. Факелы. Не нужен свет. Все, что светится, пожалуйста. Дайте, пожалуйста. Рефрижератор. Ой, что происходит? Кстати, вот свечки. Ладно. А факела-то где? Одними свечками сыт не будешь. Может, так его положить как-нибудь. Это рабочий, а этот нет. Прям в воздухе, да? Заспавнится какая-нибудь букараська зомбиевская. Ш
Что ты будешь делать потом ночью? Бояться сходить в туалет? Нет, спасибо. Мне такое удовольствие даром не уперлось. Более в моем доме. Мой дом должен быть максимально безопасен. Без всяких зомби и прочей пакости. Сейчас я все увешаю светильничками. Все будет зашибенно. Ты понимаешь? Развели тут логово, блин. Хрен пойми кого. Да ты опять голодная, что ли, правда? Вечно голодная женщина. Да, самую малёху пересвечена, но... Лучше пересвет, чем зомби потом. Из дома метлой выгонять. Надо будет лишнее уберу. А так пущай висит, пока висится. Пока не падает, значит все зашибись. А теперь светло. Тут темно теперь. А? Уже все? Ох, свечи. Где мои свечи? Перестань. Не стали. Тебе не стыдно столько есть, а? Мадам. Тебе не стыдно столько жрать. Я ем один, максимум два раза в сутки. Ты жрешь через каждые полчаса. Все равно голодная? Вот серьезно. Вот правда. Вот честно. Да-да-да. Сколько ты можешь есть, женщина? Давай. Ешь. Ешь еще. И еще кушай. И еще ешь. Господи. Сколько ты можешь кушать, женщина? Я за тебя, конечно же, счастлива, но... Сколько можно жрать?
Банки, банки, банки. Нужно много банок. Я буду банковым магнатом. Я буду владеть миллионами банок. Трофнет. Ну на. На здоровье. Может, тут дерево нужно, пипец. Интересно, ей не стыдно столько есть нашей главной героине? Мне было бы стыдно столько жрать. Я бы чувствовал себя виноватой во всех голоданиях в мире. Если бы я столько жрала. Может, раздолбаем все? Нахрен нам это уборное нужно. Хотя пока пусть будет, наверное. Тут наверняка есть пауки в этом домике. Ага. Мир этому унитазу. Ты просто я так поставила свечку, типа, мир праху этого унитаза. Что-то в этом духе. Покойся с миром, милый унитаз. Мы знали тебя как хороший унитаз. Типа... Мы будем помнить тебя, унитаз. Такое вот. Как перед могилкой свечку поставила, так перед унитазом. Как будто кого-то туда спустила, там похоронила. Где-то в канализации. Это бывший сосед. Он по ночам кряхтел и обратился в зомби. Я его спустила в унитаз. Предварительно разрубив на маленькие кусочки. Точно. Именно так и было. Кто знает, чем наш персонаж занимался до того, как мы стали за нее играть. Правда?
А вдруг она реально как-то так вот поступила? А? Кто знает? Никто не знает. И мы не знаем. И она нам не рассказывает. А мы-то что? А мы ее даже спросить не можем. Мы же не можем в строке чата написать: «Привет, персонаж, чем ты занималась до того, как начала с нами играть?» Она же не ответит. Кто-то обнаглевший тут летает. Интересно, в этой эльфе уже есть летучие всякие твари? Ну, в смысле... В смысле, здесь есть не только курицы. Интересно мне знать. Из пернатых. Может быть, тут как в 16, 17 и 18 альфах коршуны. Мне-то откуда знать? Вот и проверим. Стук, 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 стук. Кругом и всюду стук. Ремонт доделать нам не в ночь. Да? Не сможем мы ремонт доделать, походу. Ремонт, он бесконечен. В нашей стране. Миф про нескончаемый ремонт правдив. Перестать колотить молоточком, потому что нам доверили чинить этот дом несчастный. Мы должны его немножко осветить. Почему эти не забираются, доски? Следующий. Неплохое предчувствие. Пришло время для нового поколения топоров. Скреп.
Надо будет дальность удара прокачать. Как-нибудь. Хотя не, вроде пока все нормально. Типа на эту высоту они залезать не должны, по идее. Типа в два блока достаточно. Укромсать. Округу. Укромсать вообще лестницу в целом. То есть гипотетически это должно быть достаточно. Вудлок. Лог. Скраб. Стил. О, стил. Как я буду отсюда спускаться? Кто-нибудь подумал? Ну да, по балкону. Логично. Торч. Факела. Факела. Свечки не затормаживают зомби, я об этом совсем запамятовала. А! Называется... Готово к обороне. Давайте. Вы здесь не пройдете. Вы умрете от пересвета. Вот глаза вытекут. Все. Я сказала все. Это финиш. Поезд окосанутся. Я-то им пообрываю рога. Жесть. Вот жесть. Погнали, чё? У нас есть целых три кусочка тухлятинки. Какая прелесть. Оки-доки. Так, у вас здесь темно. Может, факела реально лучше свечей? Они дают более желтый свет. Такой более рыжий. Более
рыжий свет. Хотя, по сути, отличий и нет. Вот это высокое искусство, да? Вообще, ромбики и квадратики. Полностью деревянный дом. Красота. Господи, чё ж так светло-то? Сама всю ночь развешивала фонарики и теперь не знает, чё так светло. Ага, сейчас. Разве что здесь я оставлю. Надо этими шипами обставить дом. По-хорошему. По 5 утра, может, и не время для таких занятий. Но. Когда тогда? Стучу я молотком и забем люлей раздам. Этим же молотком. Те нет, я их буду расстреливать. Когда у меня появится достаточная оборона от этих мразей. Хочу, чтобы дом цивильно выглядел. Просто раз и цивилизованно все. Типа один раз с ремонтом отмучиться и... Это не как в реальности. Он не будет длиться прям совсем вечно. Хоть иногда и кажется, что... Ремонтируешь, блин, который день. Но все равно однажды это закончится. На вторую, третью, четвертую ночь... Но в Seven Days туда это закончится однажды. Там вот можно за другой дом приняться. Или за первый этаж. Да, нам же еще первый этаж застраивать. Улучшениями. Хотя я вместо того, чтобы прокачивать, предпочла бы лучше... Застроить это все укрепленными лесами. Ну, то есть такой стеной вокруг дома. Отдельной. Типа наслаивающаяся. Стена такая.
до второго этажа, продолжающаяся стена. Из какого-нибудь бронированного стекла, например. Как идея-то? Вроде ничего. Просто чтобы реставрации потом результат видеть. Собираюсь создать дополнительное пространство. И очень надеюсь, что это пространство не обрушится мне на голову. Опять ты хочешь пить? Сколько можно? Объясни, пожалуйста. Оно заканчивается, слушай. Хорошо. Много банок. Много банок не бывает. Утилитыватор. А, ну да. Мне же полно это. Пей. Вода прекращает горение, если ее попить. Что, в принципе, логично. Стораджи хилч. Между прочим, хорошие ящики. Снизок, идиот! Ух ты, там снежок. Обожаю снег. А почему он идет сквозь крышу? Потому что кто-то доремонтировался очень. Освободил пространство, теперь снег идет. Типа, что я ломаю? Да, понятно. Это мы здесь надолго. Снаружи-то сколько?
Только одна дверь открытая? Да ты шутишь. Смотри-ка. На крыше снизу. Класс. Здорово. Никогда не жила в снежной зоне. На всем снежу. Какая прелесть, а? Обожаю снег. Мы намокаем понемножку. Обожаю снег. Ясно, вот она граница дозволенного. Так, хорошо, немножко места освободилось. А тут можно ломать. Нюк. Тут нельзя. Опять ты хочешь есть? Почему она такая обжора, а? Кто ей сделал такой обжорой? Хотелось бы мне взглянуть на ее родителей, блин. Какой прожорливый человек.
Эта равномерная долбежка уже давит на уши. На самом-то деле. Хорошо, что ты хочешь от меня? Ты говорила, что хочешь есть, да? Ладно. Хорошо, я разрешаю тебе сожрать вот это. И вот это можешь сожрать. Храм обжираловки, блин, не игра. Ясно. У меня молоточка случаем нет? Молоток. Хаммер. Это разбери, пожалуйста. Чё, тебе холодно теперь, что ли? А ты стебёшься. Грейся. Те, кто мешает. Грейся, блин. Ночью, я понимаю, шли жарко, а сейчас ей холодно. Обосраться. Несчастное создание. Как эти... Колотит с перепада температуры. Это я понимаю, метеочувствительный человек. Ясно, это была не лучшая мысль. Дальше можно, в принципе, ничего не трогать. С тебя оттуда свет идет? Ладно. Далеко там торговец-то? Торговец, дорогой, ты далеко? Да прилично.
Я к торговцу не пойду, делать там мне нечего. Я потом пойду. Пусть будет. Не мешайте. Только не хранится в русских холодильниках, да? Так, ну хорошо. Я как самая умная печенька умудрилась раздолбать ящики. Интересно, что ей надо для того, чтобы быстрее восстанавливать стамину? Где что стучит? Сейчас что-то стучало. Короче, в принципе, думаю, можно заканчивать. На сегодня. Так и время все-таки идет, да? Ну ладно. В общем-то, в эфире был канал No Comments Paradox. Seven Days to Die была у нас. Тоже в эфире. И хорошего времяпровождения. Услышимся на следующем стриме. Если будете пересматривать на ютубе, то оставляйте комментарий.
Прикольно ли увидеть старую версию? Какую еще версию можно попробовать оценить? В общем-то, хорошее времяпровождение, как я уже говорила. Пока.